Здравствуйте. Мировые цены на нефть в понедельник растут, отыгрывая сообщение о возможном проведении в сентябре новых переговоров о заморозке уровня нефтедобычи странами-членами ОПЕК. Сегодня за один баррель черного золота дают $44.78. На 8 августа курс доллара США понижен госрегулятором и остановился на отметке 65 рублей 56 копеек. Курс евро 73 рубля 3 копейки. Золото стоит 2872 рубля, серебро 42 рубля 68 копеек за грамм. В самарских банках дешевле всего доллар сегодня покупали за 63 рубля 72 копейки, продавали за 68 рублей 48 копеек. Ну а пока самарцам больше по карману, пожалуй, китайский юань. Курс на сегодня всего 9 рублей 87 копеек. Если хранить деньги, то лучше в драгоценных металлах. По оценкам экспертов, именно они признаны самым выгодным вложением по итогам месяца. А вот продавать недвижимость в ближайшее время не советуют, особенно вторичное жилье. На этом все. Удачи в делах!